Хайпанет, хайпанет. Привет, привет. Давайте еще вопросики. Я за 11 часов пока точно. Поболтаем. Мне так Любика показывала. Да. Ну как вы садитесь? Да. В смысле нюансы? Сань. Сань за Сань. Ну, если ты заполнишь анкету, если ты будешь интересен проекту, то они уже глубже рассмотрят твою кандидатуру. В Польше не хочешь работать в Дом-2? У тебя просто накручены. Понял, да? Понял, да? У меня 44 подписчика, и у меня статистика больше, чем у тебя. А у тебя... Понял, да? У меня, статистика лучше, чем Захарова. А что, тебя меня мало, что ли? Что ты? Накрученные подписчики. У меня ни одного накрученного нету. Ты застала кого-то. Почему у нас статистика меньше, чем у меня? Потому что ты девочка. Девочка? Ну, а Федя и Алина Галимова. Нет, нету. Никакого сценария нет. Я нет. Свободен, как никто. Нет. Ты жалоба маленькая. Ну вот видишь, поэтому мы и не вместе. Я не могу, ребят, отвечать на вопросы, касающие... Да, мы расстались. Нет, когда я помню, что в Ларе был работать. Нету. Ну, конечно, кому же еще-то? Привет, привет. Вчера у меня было веселое настроение, а сегодня что-то я очень устала. Конечно, конечно, поддержу. Видишь, Танюшка сказала, что все, кто ко мне придет, она их тоже поддержит. Так что большая вероятность остаться. 48, 45, 44, 52. Ну, нормально. Ну, вообще, вопросы про новых участников и то, что происходит, то есть, ну, заранее я вам не могу рассказывать, что происходит. Ты реально пошла звон кровать? А, встаем, ну, где-то в 10, в 11, а спать ложимся всегда по-разному. Или в 3, или в 4 утра. Да, Данька очень, кстати, добрый, хороший мальчик. О, привет, привет. Ульяновская там была, кстати. Нет. Блин, не сошелся. По другой причине. Не могу сказать. Да, забирают. Это условия проекта. Ну что, мальчишки, давайте. Я хочу прихода хорошего, достойного мужчину. Спасибо. Серьезного, желательно взрослого, адекватного. Ой, спасибо большое. Я, знаете, не сомневаюсь в том, что он мне не подходит, поэтому я сделала такой выбор, что я просто с ним рассталась. Ой, вот когда я стояла на Филке, ты меня просрал, дорогой мой друг. А теперь вот пальчики облизываю. А кто-то с вами ходит рядом, помимо участников, общаться? Ну, и, ну как, не знаю, как это на это ответить. У нас поляна, здесь только участники.
Потому что нет у меня времени. Телефон выдают на один час, а фотографироваться иногда просто и сил нет, и тяжело следить. Давай, давай, заполняйте. Ну, взрослого... Ну, вообще, в принципе, наверное, возраст не имеет разницы, какой возраст. Просто хочется взрослого, адекватного мужчину, который может... Да, вот Лёш выходит, но никогда у нас идет съемка. Так. Блин, что я там отвечала? На что-то я отвечала. А, какого я хочу мужчину? Я хочу такого мужчину, который войдет в мою жизнь и скажет: Саша, когда я с тобой, у тебя нет проблем. Ты со мной как за каменной стеной. Я хочу, чтобы мужчина был сильнее меня морально, физически, материально, во всех планах, чтобы я чувствовала себя защищенной. Вот такого мужчину я хочу. Вот если ты именно такой, я тебя жду. Ты яйца постоянно в трусах гоняешь. Это ты кому написал? Да, Лиська вообще очень классная, мы с ней общаемся. Ну, ты только когда разведешься, Лёшка. Тогда жду. Блин, так скучно. Все спят. Кто-нибудь сегодня смотрел «Дом 2»? Да, была в Кузнецке, но в Кузнецке была... У меня там деревня рядом с Кузнецком, Осеевская называется, где Никонова. И я там была маленькая в Кузнецке. Ирина Коган. Иришка, выходи давай сюда, мне так тут скучно одно, я одна сижу. Я не знаю, где все. Вот, сейчас я вам покажу. Да ё-моё, Ирин! Напишу. Никого. И машинка-стиралка работает. На проекте, знаете, бывает как... иногда нравится, иногда не нравится. Нет, левого телефона нет. Я до такого еще не додумалась. Лиза, привет. Ой, спасибо, мне так приятно, когда пишут хорошие комментарии. Первые прямые эфиры, которые... Ой, спасибо большое. Надеюсь, что нам повезет в хороших парнях и любви. В смысле, это подвал. Это не подвал, это столовая дома 2. Дела хорошо. Сегодня просто я очень устала, реально замоталась. Сейчас вот... Допью бокальчик виноградного сока и пойду спать. Лёша, ты задолбал уже, реально. Разведёшься, приходи. А как говорила бывшая участница проекта, типа, там остаются только сильные участники, поэтому по поводу этого хочу сказать, что нет пока что. А, так. Нет, я больше не с Ильёй. О, круто, что земляки. Да, молодцы. Так, хотела ответить на вопрос. Бам-бам-бам-бам-бам. По поводу сильных участников. Вы знаете, здесь дают время раскрыться. И, конечно, если ты сидишь здесь там на месте и ни с кем не общаешься, не участвуешь в жизни коллектива, то ты тут как бы не будешь никому интересен. В любом случае. Я всем хотел. А? Да, надо было постирать. О, кто-то пришел. Не надо было говорить мой адрес. Если бы у него там...
О, Настя, вопрос. Как относишься к Стец? Она крутая, сердечко. Да я вообще не все люблю. Можно я тебя засниму или не надо? Мне плохо, как я выгляжу. Я и жирная была, и худой была. Знаете, зачем я вышла? За шоколадкой. Это было не я. У нас нет сценария. Нет, у нас есть. Сценарий сейчас, что 12 часов ночи, 2 часа я должна жрать шоколад. Мне интересно, всех участников спрашивают про меня? Весь говорят, что постоянно вопросы про меня. Спрашивают про Таню, про тебя спрашивают. Про кого? Про Янку Захарову спрашивают. Захара? Пишут, бля, Захара люблю. Бля, люблю, пишут. Ищу такую, как Стец. Увы, я. Если я за это. Бля, не могу. Бля. А секс, пишут, а секс по расписанию, Настя? Ну, вот сейчас мне скажут пойти заняться в кладовку, я скажу. Ну, все вроде говорят, что направляют в плане сценария. Стец сильная. Не, не сильно. Я заплачу колокольчиком. Тоналка? Да ладно, не плачь, зайка. А матом разрешают ругаться? Нет, да, нежелательно. Да, мне разрешают. Не всегда. Орех норм тебе пишет. Орех? Орех. Живый орех. Живый орех. Сейчас нажру орех, только похудела, сейчас нажру. А нога болит, пизда. Настя, я крупным планом твою ногу снимаю. Ну да, наверное, же не веришь. Это, кстати, тоже мне писали. А ты ногу по сценарию сломала? Да, я ногу по сценарию сломаю. Как кто-то пишет, покажи грудь. А как ногу сломала? На острове. На острове ногу сломала. А что, налили или что? Угу. Налили. Ой, я, ребята, я очень устала, если честно, сегодня. А где, кстати, продобрей? Продобрей или подобрей? Как его подобрей? Подобрей. Интересно, подобрей? Чем больше ругани, тем больше бабла. Настя с Витей. Какая Настя с Витей? Брянская. Нет. Подожди, Брянскую не так. Брянская с Виталиком, это... я с Виталиком. Она с Виталиком, с Виталиком. Виноградные напитки. Ну, давайте еще вопросики. Нет. Ой, какой был тяжелый денечек. Дружу с Олесей Семиренко, а потом, ну, в принципе, со всеми стараюсь дружить. Есть, конечно, небольшая антипатия, но это ничего страшного. Ой, нет, ребят, мы с Ильей не вместе. И как я чувствую себя в первые дни на проекте, честно, ты не понимаешь здесь в первые дни, что здесь происходит. Нужно немножко привыкать. Кстати, я видела Должанского. Он на самом деле очень начитанный и интересный человек, если что. Ну, с некоторыми легко, с некоторыми не очень. Но если ты харизматичный, общительный парень, то, я думаю, проблем у тебя с этим точно не будет. Нужно уметь отвечать на вопросы, правильно формулировать и отвечать, главное, на те, ну, на вопросы, правильно формулируя свой ответ. Еще раз говорю, мы расстались и показывали достойные отношения именно с этим человеком. Я не собираюсь и делать этого я не буду. Как захочу, вот во столько и лягу спать. Вот такое вот у меня сегодня настроение.
Блин, умеете так вот бровями делать? Вот у меня одной получается, а второй нет. Не получается как-то. Вам нравится участница Алина Галимова? Алин, передай привет. Передаю вам привет. Сейчас посмотрим. Нравится вам участница Алишка? Где Ира? Мне кажется, он там сидит. Крепко-крепко. Блин, знаешь, уже никто... Она вредная пишет. Ни разу улыбающийся ее не видел. А? Смотрите, только сейчас. Сейчас. Только сейчас, только сегодня, только для вас. Улыбаясь, увидели. Такой тоже не видели? Да, подожди. Как там дела у Влада с Катей на острове? Решили они проблемы или расстались? А я вообще могу отвечать на вопрос, который связан с будущим? Нет, который связан со мной и Алиной, не могу. Которые еще не прошли. А это Валера. А это Федя. Бах, если когда улетел. Да, улетела. Пишет, всегда она недовольная. Да. Алина. Мужчина такой рядом, поэтому станет довольная. Федя, это друг. Пошли миловаться они, короче. Спасибо большое. Или это не мне было адресовано? Спасибо большое. Вам задают вопрос, у вас волшебство тоже по-дружески? У них не было волшебства. Тогда приятно, спасибо большое. А есть у меня еще какие-нибудь красивые черты лица, кроме улыбки? Пожалуйста. Конечно, там писали, Таню любим, Таню обожаем, да? Таня осталась без маникюра. А кто там в салоне, Тань? Половина чуваков курят. Это к чему было? Кстати, Валера Блюменкранц обосрал мои брови, я хочу так сказать. Не знаю, я вот приезжала туда на праздники, и хочу сказать, что... Вроде как-то все родное, но к любому месту человек быстро привыкает. Поэтому не так уж... Я больше скучаю по своим родным, близким. Праздники, поэтому звали. Спас чего? Праздники. Да. Праздники. Ну, вот такой глупый вопрос, на самом деле, базарят типа... Слушай, ты если взрослый молодой человек, сам поймешь. А, точно. С праздником. Она включена сейчас старого лучше. Уже нет. Когда он будет у нас? А можно на раз поздравить? Поздравляю. Нет, давайте оттуда поздравить. Смотри, нет. Хотя эфир я поздравлю. Эфир меня поздравляет с Рождеством, а эфир нас со старым Новым годом. Эфир надо поздравить. С Рождеством,
Ну, еще его нужно уметь выпросить. Ну, это же у каждого по-разному. Кто-то быстро, кто-то медленно. Конечно, вылазит. Спать хочу, пипец, вообще не высыпаюсь. С Новым годом друг друга поздравили? Неверно. А, ну смотри, мне 21, получается 24. Это разница 3 года. В принципе, если ты как бы мозгами не хуже, чем мужчина лет 30, то это тоже неплохо. Почему бы нет? С какой целью ты, кстати, интересуешься? Да, безлимитное вино. А, да. Не всегда. Белый самошон. А, вот начал с вами. Да нет. После того, как она попробовала член, она с ним еще доспала до утра. Он ей потом подарил кольцо, сережки и выиграл ее. Тут, знаете, иногда без алк. Не вар. Амт. Это да, это точно. Ян, я снимаю прямой эфир, тут спрашивают, кто там такую херню несет про члены, размеры. У меня не было секса 3 месяца или 4. Нет, не часто. Потому что у меня был сосед, который сказал,